Программа Design Julia. Формирование лекал. Окончив создание чертежа, необходимо приступить к формированию лекал. Для этого в закладке лекала горизонтального меню выбираем команду «Собрать контур» и указываем по часовой стрелке последовательно все элементы будущего контура лекала. Обойдя весь контур, щелкнуть правой клавишей мышки и выбрать тип контура, в данном случае готовый вид. Опять выбираем функцию «Собрать контур» и указываем следующий контур этого лекала. И выбираем тип контура «Внутренний», то есть лекало состоит из набора контуров, главный контур, готовый вид, и еще на лекале может быть ряд внутренних рабочих линий контуров. Когда все контура обозначены, выбираем функцию «Собрать лекало» и указываем все контура нашего лекала, начиная с готового вида. А потом щелкнуть правой клавишей мышки и ввести имя лекала, передняя часть спортивных брюк. Аналогично собираем контуры задней части спортивных брюк. Главный контур, внутренние контуры, линия бедер, линия колен. И название лекала «Задняя часть спортивных брюк». Полученное лекало можно увидеть, перейдя в окно лекал вертикального меню.